Доброе утро, дорогие друзья! Сегодняшняя реклама про бублик. После того, как я съем бублик, у меня появится рублик. У вас тоже. Пейте кофе с бубликом, будете всегда с рубликом. Understand? Вот эту шоколадку, не смотрите на нее, она просто стоит как бутафория. Ай, блин, я ее не буду есть, я не люблю шоколад. Я не ем колониальных продуктов. Поняли? Все. Сегодня, друзья, пятница. 5 августа 2017 года. Исторический день. Сегодня закончились курсы обучения токарей судовых. Сегодня экзамен. Сегодня станки. Мои динозаврики, к которым я привык, и к Ашоту особенно, который вообще урод недоделанный. Его не доделали, механическую часть. И вот эти все динозаврики, наполовину больные, наполовину поломанные, из прошлого века, они сегодня будут принимать экзамен у токарей судовых, которых я вижу сегодня последний день. Друзья, у меня чай закипел. Пойду я выключу. А то еще выкипит, и кофеварка напоследок сгорит. Все, я выключил. Попозже я заварю себе кофейку последний раз. Попью за здоровье Ашота. Может быть, когда-нибудь его кто-нибудь отремонтирует. Что маловероятно. Денег нет у профессионального образования России для ремонта этих станков из прошлого века. Но нет, что поделаешь. А Путин, ВВ, наш вождь, скунс ароматный, говорит, что надо восстанавливать профессиональное образование России, потому что у нас переизбыток разных адвокатов, менеджеров, ну, короче, бездельников. А вот дельников, которые должны стоять у станка, ходить в моря, не хватает. Представляете? И он об этом говорит. Возможно, он даже хороший человек и понимает, в чем беда России. Но чиновники из его команды, которые работают, в смысле, не на Россию, а на наших друзей-америкаков, представляете, рьяно выполняют программу утилизации России. Представляете, вот это вот последствия программы утилизация России. Я-то патриот, я, может, последний патриот остался, черт побери. Я готов даже на дерьме учить. Но больше курсов, похоже, не будет. 9 человек – это переизбыток для такой солидной компании, как «Феска». Это очень много. 9 человек. У них пароходов всего 8. Так что курсов больше не будет, друзья. И все, кто разочаруется тем, что токарное шоу окончилось, эх, пусть ждет года полтора-два. Я сделаю свою мастерскую. Кстати, позавчера. Мне друг прислал перевод на 2000 рублей почти. Ну, чуть-чуть там не хватит. Ну, неважно. Ему все равно огромное спасибо. Огромное-огромное. Итак, друзья, у меня, я вам сообщаю радостную весть. На донате, значит, накопил я уже 1025 рублей, а на карточке 11 тысяч. Представляете, это на мастерскую. Ну, у нас еще в запасе до весны 2018 много. И накопим. Тем более я уже сейчас вот последний раз заплатил кредит за камеру, и следующая пенсия, из нее только 5 тысяч на квартиру. За квартиру я плачу, я вот так дешево плачу, потому что это квартира моего тестя, который помер, царство ему небесное. Хороший был тесть у меня, Саныч. Представляете? Это я сплакнул по нем. Ну, ладно. И вот, значит,
А больше половины пенсии будет тоже уходить моей на строительство мастерской. Короче, я уверен, что я насобираю до весны этот вонючий лимон. Но я образно говорю вонючий. Для меня все деньги вонючие. Я бы, будь моя воля, я бы отменил бабло и вернулся бы к натуральному обмену. Сделал гайку, дай мне огурец, и все. Вот такая система гораздо лучше. Сделал две гайки, получил еще и помидор. А сделалось и 10 гаек, тебе штаны дали и так далее. Представляете, как классно было бы. Ну, друзья, все, это мой последний съемочный день сегодня. Полюбуйтесь, давайте обойдем с грустью, обойдем, посмотрим каждого уродика из прошлого века, динозаврика. Запомните, его фамилия 1А616. Представляете? Год выпуска, вот тут написано, но я хрен его знаю, я не могу без очков прочитать. 70 с копейками. А по интернету, я вам уже говорил, два года рождения. 50-й конец и 70-й. Кому верить, непонятно. Ну, давайте посмотрим. Вот фрезер, который головку кто-то спил. Вот. Ну, тиски хорошие остались, машинные. И Катюха, которая поломана вот в этой части организма. А так она рабочая, все нормально. Мы ее подмандили, Катюху. Ну и все. А вот этот, который по моим планам был на продажу, останется без продажи. Пусть стоит тут и гниет, пока совсем не сгниет. И пока... Ой, вместе с российским образованием. Да вы не думайте, я не желаю российскому образованию такой кончины печальной. Это не я, это министры желают. Я... Последний патриот в России остался, в смысле технического образования, профессионального, последний, друзья. Ну, еще наш вождь, скунс-ароматный Путин, но он, похоже, когда говорит о восстановлении профессионального образования, врет, простите за выражение, как сивый мерин. Я его за это не то чтобы не уважаю. Ой, Жека пришел с цветами, представляете? Он... А? Представляете, он мне пришел цветы дарить. Да я шучу, это он принес Елене Валентиновне, нашей. Правильно я сказал, Жек? Да. Покажи букетик. Ой, красота. А я шоколадку он принес нашей внучке Сашке. Вон лежит там. Представляешь, сегодня у нас торжественный день. Жека, ну ладно, последний раз смотрим на цветы. И заканчиваем съемку. Внимание! Смирно! Друзья, вот это самая лучшая группа токарей судовых, хреновых, но своих. Феска компании, поняли? Лучше их нету. Это самые лучшие токаря. 9 человек, судов всего 8. Феска. Поэтому они будут все на расхват. Смотрите, какие серьезные лица. Как они серьезно смотрят на меня. Последний раз. Да нет, я буду жить еще 39 лет. Короче, они меня увидят. И 3 дня. 39 лет и 3 дня я буду. Это они сказали. А. Мы хотим от всей группы вас поздравить. Ну как, чтобы знак благодарности. Чтобы у вас все было. Чтобы все было хорошо. Спасибо, Жека. Спасибо. Это вам спасибо. Музыкальная открытка. Там песня нашим голосом написана. Друзья, я, представляете, я заинтриговался сразу. Заинтриговался, я прекращаю съемку. Иначе я же интриган по жизни, но я не могу, пока не посмотрю. Спасибо за внимание. Вот эти ребята самые счастливые. Жека, покажи документы. На практику. О, на практику, все. Ребята счастливые, уходят, довольные. У них улыбка шире, чем у меня, блин. Валера, не прячься, если пьешь там, пей на виду.
Ну, блин, я не могу, парни. Терпите, одну минуту я вас снимаю, поняли? Всем улыбаться с последних сил. Вы увидите в Ютубе. Вы же знаменитости. По первому... Короче, я вас на РЕН-ТВ запущу. Необычные передачи. Саныч, скажи веское слово для всех. Давай, Саныч, ты самый мудрый. Вот Саныч у нас самый мудрый. Саныч, ну скажи мудрое слово. Хочу, чтобы все. Застеснялся. Хочу, чтобы все. О, он хочет, чтобы все. А вот что он хочет, чтобы все? Он не скажет. Он такой человек. Каждый, в общем, додумывайтесь сами, что, почему он хочет всех. Саныч хочет всех, с ума сойти. Это же ужас. Это ужас. Парни, я боюсь, я перестаю сниматься. И все, ребята получили временное удостоверение, видите? И все довольные, довольные. Вот они. Это главный документ. Групповое окончание. Это групповое окончание. Представляете, курсов. Я так и назову, Ваня, групповое окончание. Вот эти документы, это временные. В сентябре эти счастливые ребята получат настоящий. Вот один убегает от меня, я его поймал.